Рюкзак указывается как 100-литровый, размер его 85 на 37 на 22 сантиметра. Тут уменьшение, есть молния в нижней части, так называемый подвал. И рюкзак по высоте может уменьшиться вот почти на 15 сантиметров. У рюкзака есть поясной ремень, поясничный подпор под лопатки. Получается, лямки пришиты вот такой стропой, обшиты, плюс еще имеется небольшое усиление прошитое. Лямки такие где-то сантиметра полтора толщиной, там вспененный материал. Это боковинки поясного ремня. У кармана есть боковые карманы. Вот здесь один, здесь второй. Здесь основной большой карман, почти во весь размер рюкзака. Вот еще нижний карман, все на молнии. А здесь капюшон тоже с карманчиком. Внутри получается ткань водонепроницаемая. Вот это ПВХ основа, она воду не пропускает. То есть в дождь рюкзак будет снаружи, может подмокнет, но внутрь влага не проникнет. Это стяжки, наполнили, утянули карабины. Это для, допустим, сквернули коврик. Здесь тоже есть стяжки, можно закрепить что-нибудь. Походный туристический рюкзак большой вместимости. Если нужна доставка, мой WhatsApp 950-218-70-42.